расскажи о своей выставке, которую сейчас идет в галерее Александр под названием «Перископы и иллюзии». Иллюзии перископы. А, извини. Ну, вообще, весь окружающий мир, по сути дела, иллюзия. Если нам всем выколоть глаза, то все это будет у нас на две головы жить. Но у нас есть органы чувств, которые глаза. Мы привыкли, что это все как бы по-настоящему. На самом деле, ведь никто не знает, что на самом деле существует. Может быть, наши глаза нам показывают одно, а по сути дела происходит совершенно что-то другое. А в данном случае это такое, относительно выставки, это усугубленный фокус. То есть вы точно видите не изображение на экране, не картину на стене, а вы видите отражение. Собственно, отражение в зеркале тоже же иллюзия. То есть вам кажется, что это вы, но Бог его знает, вы это или не вы. А в смысле отражения, помещенного еще в другую среду, это уже иллюзия иллюзии. Почему тебя привлекает иллюзия? Ну, это так все. Иллюзия немножечко такое не оптимистическое как бы название. Обычно разрушенные иллюзии, да, говорят. Крушение иллюзий. Но, в принципе, если человек обладает какими-то качествами в своем мозгу, то он может всю свою жизнь жить в иллюзиях. То есть быть счастливым. Быть счастливым, да. А тут уже вопрос, у кого какое понятие счастья. То ли твоя иллюзия, то ли ты должен совсем соответствовать материальному миру. Ну, то есть ты, создавая свои иллюзии, даешь возможность человеку побыть в какой-то момент счастливым. Ну, в какой, да, есть такое, как бы, потому что ты это не можешь, свое отражение, или отражение ты не можешь потрогать. Оно как бы в пространстве нашего глаза, в пространстве нашей оптики только. Но путем как бы анимации, ну о чем это, да, можно в мозг через глаз там что-то поместить, еще другое. Потому что все равно тут у нас в глазу, Бог знает, что творится, еще там все отражается. И прибавьте еще окружающий мир, который тоже неизвестно. Может, нам кажется, что он такой. Просто так придумано, что у всех людей один глаз, и все видят приблизительно одно и то же. Под это, значит, сделана видеокамера, которая как бы доставляет нам удовольствие, что да, мы действительно вот это видим, и это правда. Да. А ты соединила когда-то свои проекции с водой? С водой у меня была такая мысль, что это касается. Давно, но здесь получилось, поскольку это все равно все эксперимент. И я хотела провести экспериментами здесь, под эту как бы лавочку все сделала. И как раз здесь воды море, ее можно безболезненно использовать. У меня была мысль про аквариум уже какое-то время назад, а здесь даже ничего делать не пришлось, оно само. Даже гады, которые находятся в бутылках, они как будто бы сами туда попали. Ну, это естественным путем произошло. Это не то, что я там выдумала, потом я составила план, потом я стала покупать аквариумы, рыб, а вот оно вот так. И что очень классно, что это естественным образом произошло, что не пришлось на уши вставать, а просто оно вот, как бы, вот в руки само пришло. Тебе дети еще помогают? Ну, дети, вообще без них бы ничего бы там не плавало. Ни звезды, ни червяки, ни креветки, они все, ну, они полноправные участники этого проекта. Очень люблю купаться, поэтому я очень люблю воду, и она у меня вообще никак не страшит. Ну, может, это какой-нибудь шторм там, она мне кажется такой родной стихией. Жалко, конечно, что объемы, ну, бутылки в данном случае довольно небольшие. Если бы сделать еще, ну, можно это увеличивать чисто технически. И хорошо, когда там обязательно живность или какое-то движение в воде, потому что просто вот вода стоячая, она не дает такого эффекта проникновения видео внутрь. А если там пузырики и что-то как бы шевелится, это все гораздо получается
естественнее. Живая вода и мертвая вода. Две большие разницы. Место мне очень нравится. Абсолютно безответственное. Ну, для меня, вот, по ощущению, очень редкий момент, когда я, в общем-то, ничего не должна. По такому гамбургскому счету. И это очень освобождает от многого, даже не от напряжения, а как бы от того, что все время что-то обязан. Это гнетет. А в ситуации, когда я ничего не должна и делаю это в свое удовольствие, это совсем, ну, меняет отношение к делу. Я не хочу через это ничего получить. Я это проверяю чисто для себя, как это работает. И поскольку ты специально все для этого места, но сейчас сделав это, я понимаю, что в любом другом месте мы можем как бы это модифицировать, этот способ дальше. Когда Борис Казаков появился в моей жизни, он начал заниматься анимацией, я так смотрела, и постепенно как-то научилась сама. Было давно, лет 20 назад. Иллюзия, она как бы никуда не денется, это оптика. Ничего не изменишь, она будет работать. А вопрос размера, он утыкается в количество денег, которые можно найти для того, чтобы это соорудить. Можно хоть 10-этажный дом соорудить. И это было бы очень круто. Но тут уже, ну, и тоже вопрос масштаба. То есть для меня, мне в театральном проекте, я делала всегда маленькие вещи, как бы, ну и продолжаю делать. Мне тут понятно все. Что всегда привлекают внимание либо очень маленькие вещи, потому что это любопытство в дырочку, ну это все знают, посмотреть. Или какие-то, чтобы остановить зрителя, да, несоразмерные уже, как бы, наоборот, большие. Ну, такой самый простой способ остановить зрителя, да? Масштаб. Но тоже это зависит еще от как бы технических, как бы, какой ширины существует в природе вот эта зеркальная пленка, которая наносится на эти стекла. Оно существует, но оно дорого стоит. А почему вот у нас сейчас так получается, что художник сам должен думать, как собрать деньги? Ну, во-первых, скажем так, художник ничего не должен. Если он как бы хочет как бы реализовать свой проект, и у него нет других возможностей, ну вряд ли стоит ждать, что кто-то придет тебе и скажет: ух ты, художник, на вот тебе денег, и делай все, что-то. Ну это иллюзия. И если художник очень хочет как бы вот именно этого платить, то уж придется, наверное, как-то. А можно оставить это в проекте. Вот это очень загадочное как-то. Как-то это, мне кажется, что это вообще всякий раз по-разному. А дальше загадочное как-то. Рецептов нет, мне кажется. Ну, харизма. Значит, использовать харизму, чтобы добыть денег из человека, у которого, например, нет харизмы, но денег дофига. То есть ты в данном случае говоришь о спонсорах? Нет, ну я приблизительно как это, по-простому, да. Или самому заработать на кошках-копилках. И вложить это в проект твоей жизни. Ну, например. Слушай, маловероятно. Я говорю, если говорить о масштабных проектах, если не удастся заработать на кошках копилках, не удастся, должны подключаться, да, институции, удастся, которые, да, занимаются, в общем, таким проектом. Ну, для этого нужно, чтобы, как бы, во-первых, люди знали, что такое возможно, да. И сейчас, ну, как бы, поскольку вот сначала были небольшие, да, потом вот композитор ранее предложил мне это все сделать в театре. Это уже мы имеем достаточно порядочный размер. И люди видят это в большом объеме. Из этого делается вывод, что да, это возможно делать в большом объеме. Это можно показывать как образец, да, что это можно видеть. А уж вопрос, кому это понадобится, потому что дело-то даже не в фокусе. А дело в том, о чем речь там будет. Потому что этот фокус можно использовать в рекламных целях и наставить вот этого всего на каждом углу. Это будет волшебная реклама какой-нибудь зубной пасты. Не вопрос.
Поэтому дело не в этом, а дело в том, как маппинг, да, ну мы же с тобой обсуждали. Можно, все разработано. Берешь и делаешь. Что ты делаешь? Технология – технология, а что ты туда вкладываешь, все-таки это основной вопрос. Ну, сначала работает вот это вот, как это, что это, да? Как это сделано? Первое, что, чем заморачивается человек. Но потом зрителю уже не интересно заморачиваться на том, как это сделано. Он выяснит, о чем речь. Это как бы я начинаю, и пошло-поехало. И как бы от меня даже не зависит иногда. Оно о чем уже туда вкладывается. Если я мозгами там заставлю себя нарисовать рекламу зубной пасты, то тоже получится. Но если я делаю свой, ну как бы свою вещь, то я никогда не думаю ни о чем. Ну, приблизительно. И от этого вот волшебство иногда начинается, потому что у тебя рука идет, и потом ты сам не понимаешь, как это получилось, потому что там уже театр внутренний начинается. Это похоже в какой-то степени, да, ну, на режиссуру, да, поскольку я с театром, да, связалась, я поняла, что когда вот режиссер задумывает, да, он все-таки всю конструкцию продумывает, как это будет действовать, ну, как бы алгоритм вот этот. И это важно, я это тоже продумываю, алгоритм, в принципе, о чем. То есть я же провожу съемки, поэтому мне нужно понять, как будут двигаться эти люди, чтобы потом из этого появилась анимация, потому что они у меня завязаны часто на съемках. Поэтому какую-то схему, конечно, я как режиссер придумываю, но она иногда превращается в совсем какую-то другую. И здесь уже многое от меня не зависит. Я просто... Это я. Потому что есть люди, которые все вот могут придумать досконально, да, и каждый, как режиссер, да, вот картинки рисует, как называется, покадрово, что будет в этом эпизоде происходить, что будет в этом эпизоде происходить, что будет в этом. Но это как бы, но это в большом кино, да. Я как бы нахожусь свободным. То есть я держу какую-то костяк, да, вот скелет в голове. Но все мясо, которое на нем висит, я не прорисовываю эскизы. Как поток сознания, в общем-то. То есть я даже стараюсь отпустить, потому что если ты будешь как бы вот мысль держать, она как бы, а она как бы вот это вот с рукой, да? Если у меня нарративные как бы фигуры там появляются, естественно, я за них цепляюсь, но потом они могут запросто исчезнуть и превратиться там в бог знает что. Это, опять же, это как бы я... Мне нравится, что это непредсказуемо. Я не знаю, с какого может из жопы ракеты вылететь. Я это, когда начинаю рисовать, я не знаю, что будет происходить. И это меня затягивает. Очень важно вовремя остановиться.